город Ахалцехе. За нашими спинами потрясающая крепость. Расскажи, пожалуйста, про крепость. Это крепость Ахалцехе, который был в свое время построен в 9 веке, потом была захвачена турецкими захватчиками. И когда в 19 веке Россия вошла в Грузию, во время с помощью российских войск был освобожден эта крепость. Но сам крепость во время освобождения битвы сгорела. Поэтому этот крепость был потом заново отстроен, то есть реставрирован в 2005-2010 году. Сейчас там находится внутри церковь, находится мечеть и туристические тропы. Там нужно пройти, посмотреть старые бани, там находится внутри. Билеты купили? За 7 лар. 7 лар для туристов, да? Для туристов, да. Ага. Опять это местный? Да, это опять местный. А ты местный? Mm-hmm. Чем докажешь, что ты местный? По разговору, паспорт. Много чего. Спросили паспорт? Конечно. Конечно. Вот, друзья, вы все жалуетесь, что Собянин вам плохую плитку тротуарную положил. Главное, чтобы он сюда не приехал и не увидел, как здесь. А то ваши ролики, коньки и каблуки... В общем, им конец. Вся крепость у нас как на ладони. Можно посмотреть, сколько здесь башенок, проходов. Единственное, есть, конечно, такие небольшие засады. То есть мы хотели попасть вот на эту башню и пошли вот по этой тропе. А здесь эта тропа закончилась тупиком. Оказывается, к этой башне проход вот с той стороны, чуть-чуть вот там. Ну, это надо просто знать или иметь схему под рукой. А так крепость, конечно, симпатичная. Ну, через экран не знаю как, но нам нравится. На территории крепости есть гостиница. Если хотите пожить в крепости, пожалуйста, приезжайте. Все для вас. Ну, наверняка не самая бюджетная, потому что она прямо внутри крепости. По крайней мере, как вариант расселения, пожалуйста. Резные балконы, каменные стены, тишина, покой. Андрей Викторович будет жить вот здесь, он скромный. Что здесь у вас? Здесь спальник и старый развалин. Ну, палаточку прямо здесь поставил, да, и спи спокойно. Как у вас там, Андрей Сергеевич? Прохладненько. Прохладненько. А что это за помещение? Это яма для должников. Должен кому? Я? Нет. Тогда отходи оттуда. Вид сверху-то лучше. Куда пошли? Самое вкусное в этой крепости, конечно же, цитадель. Но ее мы оставим для вас. Заходите, изучайте, удивляйтесь. Крепость Рабати являлась одним из самых толерантных мест во всей Грузии. Здесь рядом селились и русские, и армяне, и грузины, и мусульмане. Место потрясающей красоты. Посетить его обязательно надо. Здесь, конечно, новодел. Но восстановлено все очень красиво и аккуратно. Смотрится потрясающе. Фонтаны, арочки, вот такие вот, не знаю, балясины, да. И, как ни странно, даже мечеть.
Ну попрыгай, будь джигитом. Ну, попрыгай так вот, оп. Ты что, рыбу ловишь там? Да. 600 помещений. Все, мы, конечно, не сможем обойти. Как может быть пробка в пещере? Пробей. Более толстый человек, чем я, пришел и встал. Так не бывает. We love Georgia already. 2056 метров. Тело в воде, это борсяка. В пещере, на горе, под водой, в бассейне. Все для вас, друзья мои, все для вас. Смотрите. I don't know who you are. You got letters.